Жизнь трудна. Трудно – это когда тебе 49 лет, ты работаешь на одной должности вот уже 17 лет подряд, а к тебе приходят и говорят, что ты уволен, и дают тебе выходное пособие за одну неделю. И тебе приходится начинать все сначала. Трудно – это когда ты замужем, воспитываешь маленьких детей, которые еще ползают на четвереньках, и ты вдруг остаешься одна без мужа. Очень трудно справляться с трагедиями в жизни. Трудно – это когда ты работаешь над делом своей мечты, вкладываешь в него все свои силы, а у тебя ничего не получается. При этом ты теряешь свои деньги, деньги других людей. Это очень трудно. Мне было трудно, когда я потерял работу и долго не мог найти ее. Было очень стыдно и унизительно брать взаймы деньги у других людей и обещать, что когда-нибудь я их верну. Было очень стыдно от понимания, как люди к тебе относятся, как они реагируют на тебя. Было очень унизительно и очень тяжело принимать это. Я понял одну вещь, которая происходит в нашей жизни. Вы будете проходить через трудности, и в это время вы просто не будете понимать, почему это случается именно с вами. Но после того, как вы пройдете через все это, вы посмотрите назад и наконец поймете, для чего вам были даны все эти трудности. Я уверен, что подобные ситуации случались с каждым из вас, что в процессе вы не могли понять, почему это происходит с вами. Но как только вы проходили через все трудности, вы осознавали, что все это готовило вас к более важным и лучшим вещам. Когда вы преодолеваете какие-то трудности в своей жизни, принимайте все, с чем вы только сталкиваетесь. Не бегите от трудностей, а идите к ним навстречу. Не пытайтесь избежать трудностей, как это делает большинство людей. Потому что большинство людей хотят, чтобы в их жизни было все просто. Они хотят с легкостью принимать все возникающие ситуации и с легкостью преодолевать все препятствия. Но когда вы идете навстречу к тем вещам, с которыми вы хотите иметь дело, вы начинаете постепенно проходить через все трудности, вы начинаете преодолевать все препятствия на вашем пути, вы начинаете принимать сложные решения, которые никто не хочет принимать, вы начинаете изучать то, что никто не хочет изучать. Вы делаете все это, потому что знаете, что для того, чтобы добраться до вашей цели, вам нужно пройти через все эти трудности. И как бы вам ни было тяжело, вам нужно делать это, потому что если вы не сделаете это, жизнь будет издеваться над вами до тех пор, пока вы не сдадитесь. Если вы хотите достичь чего-то великого, придется пройти через множество трудностей. И на этом пути вам не обойтись без веры. Вы должны верить в себя. Вы должны верить в свои способности. Вы должны верить в свое дело, в свою команду, в свои идеи. Верить в них бесспорно. Вы должны иметь веру, которая в свою очередь даст вам терпение. Потому что вы не сможете преодолеть все трудности так быстро, как вы хотите. За это время произойдет множество вещей, которые застанут вас врасплох. Но несмотря ни на что, вы должны быть преданы своему делу и продолжать работать. Вы должны иметь веру и терпение, которые будут побуждать вас к действию. Вы должны продолжать двигаться и продолжать преодолевать все трудности. На Дальнем Востоке есть такое растение, которое называется китайский бамбук. Для того, чтобы росток появился из-под земли, должно пройти 5 лет. Все эти 5 лет росток нужно поливать и удобрять, пока он не появится. Но как только он появляется из-под земли, буквально за 5 недель он может вырасти на 25 метров в высоту. Только спустя 5 лет плодотворной работы он смог показать такие впечатляющие результаты. И главный смысл в том, что если человек в течение этих 5 лет перестал бы его поливать и удобрять, то росток бы погиб в земле, так и не появившись на свет. Некоторые люди будут смеяться над вашей мечтой из-за того, что у вас долгое время ничего не получается. И многие люди после этого просто останавливаются, потому что они не видят мгновенных результатов. Но великие цели никогда не достигаются быстро. Поэтому вы должны продолжать поливать свою мечту. И когда она начнет сбываться, люди перестанут над вами смеяться. Когда вы работаете над своей мечтой, вы будете вынуждены преодолевать трудности. Но говорят, что чем вам будет труднее, тем слаще будет победа. И это на самом деле так. И знаете почему?
Потому что когда вы работаете над своей мечтой, когда вы проходите через все трудности, вы видите, кем вы становитесь в процессе работы. Это очень важно. Видеть, каким человеком вы становитесь, какой характер вы в себе формируете, какое мужество вы у себя развиваете, какую веру вы проявляете. Вы просыпаетесь утром, подходите к зеркалу и понимаете, что вы другой человек, вы стали намного лучше. Какой бы тяжелой ни была ваша жизнь, нужно принимать все, что только происходит. Будет нелегко, но вы справитесь со всем.